Одной из разновидностей проверок, проводимых налоговыми органами, является камеральный контроль. Суть его в том, что все необходимые заключения сотрудники делают на основании изучения информации и документов, которые уже имеются в распоряжении налогового органа. Так как плательщику не выдается предписание, он может и не знать о проведении подобной проверки. В первую очередь налоговый орган контролирует в частности правильность оформления всех реквизитов налоговой декларации и правильность арифметического подсчета итоговых сумм. Затем проводится проверка на соответствие данных декларации другим имеющимся в налоговой инспекции документам и сведениям о деятельности плательщика. Число информационных ресурсов, данные из которых берутся для сверки с декларации, в частности с декларации по налогу на добавленную стоимость, входят сведения из автоматизированной информационной системы АИС «Учет счетов фактур». Основная цель камеральной проверки – предоставить плательщику право самостоятельно устранить выявленное нарушение и при необходимости доплатить налог. Для этого существует специальный сервис под названием «Предварительный контроль» на портале Министерства налоговой службы. Сервис позволяет сопоставлять сведения, имеющиеся на портале электронных счетов фактур и показатели из деклараций налогоплательщика за выбранный период времени, а также обнаруживать расхождения между ними. Сервис предусматривает возможность осуществления как камерального контроля налоговым органом, так и последующего контроля самим налогоплательщиком. О выявленных расхождениях налоговая сообщает плательщику путем направления в его адрес уведомления о предоставлении дополнительных сведений или пояснений. Отреагировать на такое уведомление плательщик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня его направления. Он может подать уточненную налоговую декларацию, дополнительные документы либо дополненную информацию по ситуации. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.